Мечтаешь о сильной команде в Ultimate Team? Покупай монеты у крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи. Мы продолжаем карьеру в UFC 2 за Юрия Бойко. В прошлый раз было 4 боя, 3 из которых мы выиграли, 1 проиграли, досадно и очень быстро. Ну и сейчас давайте смотреть. Выбрал я соперника, чернокожий боксер с рейтингом 68. Также мне рекомендовали прокачать пару перков, которые помогут нам со стаминой, чтобы стамина сильно не падала. Давайте сейчас их найдем. Ну, я не знаю, давайте вот здесь вот будем искать. Так, давайте с самого начала смотрим, как они... Ага, вот так. Так. Так, здесь нету. Смотрим тут. Вот этот перк мне рекомендовали взять. Давайте тогда его берем. И я думаю, мы его сразу качнем до 3 уровня. Хорошо, и давайте вместо вот этого перка мы возьмем перк еще один. Сейчас посмотрим, где он у нас здесь есть. Так, тут уже ничего нет. Значит, не здесь. Вот он. Вот этот вот. При движениях стамина сильно не будет тратиться. А, у нас не хватает. Черт. Ну ладно, будем знать, что вот это вот сердечко пульсирующее, оно нам будет необходимо. Также мне рекомендовали тренироваться на... Так, давайте вот. На изи. А потом можно симулировать, если плохо получилось. Итак, зажимаем блок. Так. Отлично. Отлично, хорошо. Вот, отлично, здорово. Кто-то говорит, что я долго нажимаю блок. Вот, ребят, посмотрите, как он поднимает руки. То есть ты нажимаешь кнопку, он не ставит его молниеносно. Многие просто думают, что здесь как в Mortal Kombat, наверное, должны быть бои на ранка. Здорово, мы не будем симулировать, потому что мы прошли на максимально возможный ранг и неплохо прокачались. Так, давайте смотреть дальше. Что еще мы можем качнуть? Снова здесь. Так. Я вот думаю, Speed Punch попробуем на медиум симуляции. Ну, неплохо, неплохо. Еще один, я думаю, еще одна тренировка. Просимулируем ее быстренько. И где-нибудь там... А, не будет третьей тренировки. Окей. Свит. Наш соперник сегодня. Выбираем свои счастливые черные труселя с красной надписью. Спасибо всем тем, кто в комментариях оставляет советы. Спасибо за ваши лайки. Действительно, серии набирают хорошее количество лайков. Продолжайте, ребят, в том же духе, если ждете новые серии UFC на канале. Ну и давайте. Первый наш бой за сегодня. That may very well be an all-out brawl. Так. Сейчас посмотрим. На статистику нашего оппонента. А, черт, я все пропустил. Ну ладно. Ладно, первый бой. Кулачок. Поехали. Видите, он медленно двигается. Это не от меня зависит, друзья. Вот отлично. Вот это хорошо. Так. Не попали. Пробовал я схватить за ногу. Здорово. Надо встать. И можно мордовать. Поднимаемся, поднимаемся.
strike from the bottom. Banjo, that's good ground and pound. He's really staying busy. Ага, смотрите-ка, он почти проиграл. Ну ладно, давайте встанем уж. Не будем забивать парня. У нас снова тонуса нет, так что надо подкопить его сейчас. И убрать его с вертухи. Нет. Хорошая такая троечка. Вот сложно мне рассчитать удары ногами. Хорошо, по корпусу. Так, и поехали ногами. Он промахивается ногой, получает в лицо за это. И, походу, это все. Нет, не все, смотрите-ка. Это первый парень, который выбрался. Но все. Только я хотел сказать, что этот парень выбрался после нокаута. Ну, снова наше могучее колено разбивает ему нос. И на этом конец. Ну, хорошо, размялись. Снова я не слежу за стаминой. Вот моя ошибка в UFC, то, что я пытаюсь много ударов очень сделать, как, наверное, в Mortal Kombat, и не слежу за стаминой. И иногда иду вперед, когда ее просто уже нету. Ну хорошо, сколько очков нам дали? 1000, здорово. Сейчас мы как раз можем прокачать сердце на стамину. И... я думаю, нам будет еще попроще. Кстати, в этом бою, вот сколько ударов мы наносили, да, стамина... да, тонус ушел, но сама стамина... довольно неплохо держалось. Так что, я думаю, правильным решением было то, что мы прокачали именно эти перки. И сейчас прокачаем второй еще. Но перед этим выберем нашего второго соперника. Итак, здесь снова Кола Круз. Потом Батлер на 82. И на 75 из карате Андо. Давайте возьмем его, попробуем. Не знаю, как у нас получится. Так, тренировка, и сейчас мой боец, перки. Давайте прокачаем, наконец-таки, этот перк, который нам было нужно. Так, и давайте его сразу на несколько уровней качнем. И теперь, я думаю, стоит прокачать еще немножко движений. Так, что у нас тут? Ага, удар с локтя вперед. Вот такой удар. Давайте поставим его. Так, что еще тут есть? Что у нас здесь? Выпад. Удар локотком вперед тоже можно взять. Ну и все, друзья. Переходим к тренировкам. Все очки мы потратили. Примерно одинаковые показатели у нас с соперником. Так, давайте на легкой симуляции. Она отлично прокачалась. Так, клинч контрол давайте. На изи. И если что, просимулируем. Итак, R2. Угу. Так, здорово. Так. Хорошо. Отлично. Накапливаем очки пока. Давай, 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 давай. Так, здорово. Хорошо, на ранка. Круто. Довольно неплохо, смотрите, на ранг Б всего 300 очков надо было, мы 860 набрали. Но в клинч мы неплохо выходим, так что это то, что может
нас в какой-то момент даже спасти. Давайте снова симуляцию и, по идее, должны прокачаться. Есть. Здорово. Без травм заканчиваем тренировку. Довольно-таки неплохо. Очень удачно у нас получилось. Ну и смотрим новые бои. Ну и вон мы. Предпоследний против Анды. Сейчас посмотрим статистику. Снова одеваю наши победные трусишки. И отправляемся в бой. Coming up next. It's a light heavyweight showcase between the Destroyer and Big Daddy. Ну что ж, давайте сейчас посмотрим тогда все-таки на статистику обоих бойцов. Итак, помоложе на год, Анда чуть повыше, но чуть легче. Окей. Дамы и господа, приветствуйте. Сегодня Юрий Бойко из России, матушки. 9 побед, 2 поражения. Санкт-Петербург, Россия. Большой папочка. И его оппонент сегодня из Японии. 9 побед, 2 поражения. Смотрите-ка, сегодня соперники очень равны. Дестройер. Вот такая вот кличка у нашего оппонента. Поехали. Кулачок. Ага, по корпусу играешь, да, друг? Вот как этот удар ногой просто ушел в никуда. Ну, делает неплохие комбо. Так, подойдем. Попробуем в клинч его. Тем временем мы просто в пузо отхватили. Так, хорошо. Здорово. А слушайте, тонус у нас все равно улетает. Есть, попали. Сближаемся и двойку попробуем. Не выходит, просто не выходит. У нас еще ни о чем, боец. Вот хорошо по корпусу вошло. Хорошо. Здорово. Не попал. Вот буквально считанные какие-то сантиметры. Так, так, дружище. Так, фулгард. Ой-ой-ой-ой. Да что ж ты... Давай, давай. Нужно выходить. Выходим. Здорово. И надо вставать. Все. Хорошо. У нас нет тонуса. Снова нету тонуса. Есть! Попали! Ну, отходим, отходим. Тонус. И колено. Снова не попал. 45 секунд. Есть. Неплохо. Ох, встретил нас ногой, дружок. Попали, попали. Ten seconds,
10 секунд. Ну ладно, пока средний у нас получается этот бой. Очень много ударов не долетают. Тяжело у нас. После двух ударов кулаками они так медленно идут, что... Тяжело, просто реально тяжело. Ну ладно, второй раунд. Можно попробовать его в клинч схватить. Можно подловить его, когда он бьет ногой, и попробовать вот так вот. Отлично. Давай, Бойко, вырубай его к чертям собачьим. Давай, нечего ему здесь делать. Все. Что я и хотел попробовать, это сбить опорную ногу в момент удара. И уже потом в партере просто намордовать его. Японскую задницу. Вот в партере, когда мы сидим сверху оппонента и начинаем молотить кулаками, просто мало кто справляется с этим. Вторая победа. Напряженная, но... Главное, что мы победили и справились. Еще немножко фанатов. Снова 840 очков. Пока, я думаю, качать ничего не будем. Перейдем к третьему бою. А там уже у нас будет видно после него, что можно попрокачивать. Будем качать, я думаю, удары. Также нужно докачать эти два перка до 5 уровня. А там все-таки очков-то надо немало. Поэтому, друзья, будем пока их экономить. Ну что ж, рейтинг 75 у нас уже. Благодаря прошлым тренировкам мы неплохо так справлялись. Итак, Александр. 76, кикбоксинг и 82. К тебе пока мы не идем, остается только Лечнер вот этот вот. Ну хорошо. Итак, переходим к тренировке. Возможно, получится еще что-то прокачать сегодня. Так. Да, давайте пока момент блока. Да, сразу на изи симуляциях, почему нет? Она идет довольно хорошо. Мне в комментариях, кстати говоря, про это говорили. Контрол клинча давайте тоже на симуляции, на ранге. Она сейчас чаще стала появляться. Смотрите, раньше было только симуляция хард и симуляция медиум. Теперь все очень-очень неплохо. Давайте еще клинч-контрол и еще на легкой симуляции. И мы снова, я думаю, прокачаемся довольно успешно. Да. Ну что, это третий бой. По общему рейтингу примерно равны. Но не ему ли мы проиграли, чуть не проиграли в прошлой серии в конце? Я вот честно не помню уже. Ну ладно, просто морда у него что-то знакомая такая, знаете, кирпичом с рыжими какими-то кучеряхами. Ну ладно, разберемся по ходу. Забыл я посмотреть его стиль боя. Чего стоит опасаться? Ну, сейчас мы посмотрим. Кстати, смотрите, вот здесь по общему рейтингу у него как-то маловато. У нас 32, у него 28. И сейчас взглянем на его статистику. Итак, 24 года, чуть поменьше, чуть полегче. И интересно взглянуть на статистику его побед и поражений. Итак, бой из трех раундов. Юрий Бойко, Санкт-Петербург, Россия. 10 побед, 2 поражения. Ну, знаете, пока, друзья, мне наша статистика нравится. Для того, что я любитель, это очень неплохо, мне кажется. 10 побед
и 2 поражения. Итак, его соперник. 10 побед, 4 поражения из Австрии. Ну, поехали. Поехали. Шотган. Его кликуха. Вот так тебе, шотган. Так, ну слушайте, неплохо мы сразу такую лютую комбинацию ему провели. Вот это встречный удар. Вот это просто убийственно. Это просто невероятно. Как мы встретили его вертухой. Я хочу повтор. Он выдвинулся на нас и сразу получил в лицо. Удар с разворота в прыжке. Повтор. Это просто великолепно. Друзья, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, а также советы. С вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest at 33 seconds of the very first round. Playing the winner by knockout, Big Daddy. Big Daddy, victorious with the knockout.